Стакан варенья. Добавляем чайную ложку соды. Перемешиваем. В 3 яйца добавляем 3 столовые ложки сахара. Перемешиваем и добавляем варенье. Добавляем 100 грамм подсолнечного масла, а также стакан муки. Должно получиться как густая сметана. Выливаем в емкость, предварительно смазанную маслом. И в духовку на 180 градусов 45 минут. Посыпаем сахарной пудрой. Приятного аппетита!